Всем привет! Меня зовут Денис, и сегодня хочу представить вашему вниманию широкоугольный и макрообъектив фирмы Xiaomi. Этот объектив рассчитан и предназначен только для телефонов фирмы Xiaomi. Почему? Сейчас я вам расскажу. Поставляется этот объективчик в такой вот маленькой компактной коробочке. На нижней части мы можем видеть его краткие характеристики. Вот и здесь же его артикул на штрих-коде. И вот такая вот коробочка в стиле Xiaomi. Внутри мы находим, собственно, сам объектив. Он идет вот в таком резиновом защитном чехле. То есть вот так вот он открывается. И вот он сам объектив. Также здесь мы находим, вот здесь в пакетике, значит, у нас это вот такая вот центровочная резиночка. Для чего она нужна, я покажу сейчас. Само крепление, такое вот колечко с резьбой. То есть объектив, он вкручивается, то есть он вот так вот накручивается на крепление. Крепление, в свою очередь, вот так он накручивается плотненько. Крепление, в свою очередь, приклеивается на поверхность крышки с помощью двухстороннего скотча. Скотч такой хорошего качества, и когда отклеиваешь потом это кольцо, он мест не оставляет. Также здесь мы находим два запасных таких двухсторонних скотча, которые если вдруг вам придется удалить крепление объектива с одной крышки и требуется переклеить на другую крышку, вот чехольчик такой вот красивый для переноски, то либо без вот этого защитного чехла резинового, либо в резиновом защитном чехле. То есть можно вот так его носить. Очень удобно, компактно и хорошо. Вот. Как же этот объективчик крепится на заднюю крышку телефона Xiaomi? Вот она, задняя крышечка. Значит, мы берем вот эту центровочную резиночку, вставляем ее вот так вот в место, где должна быть у нас камера. И предварительно отклеив верхний слой двухстороннего скотча, мы его вот сюда наклеиваем и прижимаем аккуратненько, и все приклеивается. Дальше вынимаем центровочную резиночку и вот так крепится на гладенькую. И по точной резинке линза смотрит непосредственно в центр нашей камеры. Сразу возникает вопрос, а подойдет ли данное крепление для крышек к усиленной батарее? Сразу хочу огорчить владельцев: таких крышек не подойдет. Вот берем мы крышку от усиленной батареи старого образца, первого образца, и здесь просто реально некуда приклеиться. Вот здесь вот эта окантовка салатневая, она выпуклая, и не будет, в общем, держаться. На крышке нового образца серебристого там углубление, и там тоже он не будет держаться достаточным образом. То есть вот это крепление, оно рассчитано исключительно для стандартной крышки под стандартную батарею, что является небольшим таким минусом для этого объектива. Но скажу я вам, что если у вас есть старая белая крышка,
которую вы либо не используете, либо используете крайне редко, то выезжая куда-то на природу, либо просто, если вам нужно сделать качественный снимок, то, я думаю, можно поставить стандартную батарею, наклеить это крепление на стандартную крышку белого цвета, либо на другую стандартную крышку, и использовать объектив для фотосъемки. Ну и для видеосъемки, конечно же. Реально добавляет объектив ширины кадра. Вот вы можете видеть более, скажем так, глубокий обзор данного объектива на YouTube-канале нашего главного партнера светелка.com. Там приведены все примеры фотографий, видео. Ссылка на видео будет под роликом. Вот. От себя могу что сказать. Очень компактный, хороший объектив. Не занимает много места. Людям, которые используют стандартную батарею и хотят снимать еще более качественные снимки и делать более качественные макроснимки, этот объектив будет как нельзя кстати. Так как из-за его компактного размера, его всегда можно носить с собой, он не занимает много места, а пользы от него очень много. Вот такой вот объективчик. Спасибо за внимание и до новых встреч!